Наверное, это правильно, когда случается что-то неожиданное, тем более в Рождество. В это Рождество, 7 января, двери арт-клуба «Пилот» открылись не для обычных посетителей, а для детей. Публики, наверное, действительно неожиданные для ночных клубов. Но это необычные дети, это дети из 5 детских домов. И арт-клуб «Пилот» устроил для них замечательный праздник, подарив кучу подарков, устроив замечательное угощение и пригласив на концерт прекрасных артистов. Юра, после такого долгого перерыва, прошло много времени, когда ты последний раз выступал на сцене. Ты уже успел подписать контракт с Polygram, выпустить свой новый альбом, снять несколько видеоклипов, которые сейчас идут на наших телевизионных экранах. И вот после такого долгого перерыва ты первый раз выходишь на сцену, и именно сегодня, и именно на сцену клуба «Пилот». Почему в этот день? Ну, вообще-то сегодня праздник, сегодня Рождество, и это благотворительный концерт, концерт для детей из детских домов и школ-интернатов. Ну, и я думаю, что мне было бы приятно выступить для тех, с кем я учился, и пожелать всего самого доброго, и чтобы они добились всего, чего желают. В этот день, я думаю, сбудется все, потому что сегодня Рождество. И с праздником всех! Большим интересом следили за ходом лотереи «День» с Юрием Шатуновым. Главной наградой этой лотереи служил именно «День со звездой», «День с Юрой». И вот здесь, в Палас отеле, проходит заключительный этап этого конкурса «День с Юрой Шатуновым». Мы сегодня с тобою вдвоем, не хочу ни о чем говорить. Я прошу, ты забудь обо всем. Будем просто друг друга любить. Так садись же напротив меня, электрический свет потуши. Пусть тихонько горает сейчас, словно тает обида души. Это звездная ночь, где ты и я. Это звездная ночь зовет меня. Нам дарит свет, где с тобою вдвоем. Мы ждем рассвет. Юра, скажи, пожалуйста, каково тебе быть главным призом лотереи? Не понял вопрос, пожалуйста. Как тебе нравится быть главным призом лотереи? Вообще-то очень нравится. Ну, что будет дальше, посмотрим. Долгожданную встречу с Юрой Шатуновым из разных городов приехали 12 человек, выигравших в лотерее «Один день с Шатуновым». Счастливых победителей ожидало множество сюрпризов. На импровизированной пресс-конференции они получили возможность задать своему кумиру вопросы, часть которых осталась без ответа по причине того, что личная жизнь Юры разглашению не подлежит. Кроме этого, Юра каждому лично подписал плакат со своим изображением, подарил каждому поцелуй и газету «Белые розы». А лидер Всероссийской партии большинства Феликс Милин, покровительствующий Юрию Шатунову, подарил всем участникам встречи по музыкальному центру. Фирма «Polygram», у которой заключен контракт с Юрой, пообещала, что одними из первых новый альбом Шатунова получит именно победители лотереи. А одним из самых приятных моментов этого дня была, конечно же, фотография на память. Вот и закончился день с Юрием Шатуновым. Лика Длугач, специально для музыкальных новостей BISTV.